Костры под запретом. Губернатор Евгений Куйвышев утвердил введение особого противопожарного режима в регионе с 15 апреля. Такое решение принято на заседании правительства области. Запрещается использование открытого огня, разведение костров, вводится запрет на сжигание мусора и сухой травы, проведение пожароопасных работ, организация стоянок и ночлега туристических групп вне специально отведенных мест. По оценке специалистов, уже к середине апреля могут сложиться условия для возникновения чрезвычайной пожарной обстановки. В составе Уральской авиабазы к сезону готовы свыше 700 человек личного состава, около 500 единиц спецтехники. Благодаря национальному проекту «Экология», парк лесопожарной техники региона уже обновлен на 98%.